Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то эзотерически вылечить неврастению? Конечно. Смотрите, как все устроено. Наш мозг и наше тело – это элементы противоположные. Если сильно истощать свое физическое тело, заниматься физическими упражнениями, особенно в вечернее время, то тогда это лечит мозг. Запомните это. Как вылечить неврастению? Вечером идете к велосипеду, садитесь на него и крутите педали на всю скорость. Засекаете время и 30 минут. Делайте так. 2 минуты очень быстро, потом отдыхайте медленно. 2 минуты очень быстро, потом отдыхайте медленно. Но сделайте это перед самым сном за 10 минут. А еще будете ложиться спать, съешьте одну чайную ложку или 2 чайные ложки меда. А утром, когда вы проснетесь, если вы хотите, чтобы ваше тело было худым, то проснувшись утром, начните громко изучать слова. Почему? Если изнасиловать свой мозг, то тогда тело худеет. Вот смотрите, у человека неприятности, ему говорят неприятности, у него решение, надо решение. Начните его в этот момент кормить, он в жизни есть не будет никогда. Не захочет ничего есть. Почему? Система перевернутая. Если насиловать мозг, то тело худеет. Если насиловать тело, мозгу лучше. Понимаете? От чего лучше? Потому что он восстанавливается от того, что тело насилуется. Вот так это все устроено. Получается, а человек как делает? Наш мозг питается углеводами, чтобы вы знали, и потребляет 80% всех углеводов. Но самые вкусные для него углеводы восстановленные. Из чего восстановленные? Они восстановлены из физических упражнений. Каких? Во время того, когда человек занимается физическими упражнениями, у него образовывается молочная кислота. Она превращается в лактат-дегидрогеназу, которая, попадая в почки и в печень, восстанавливается до особой глюкозы, которая очень мощно питается, ваш мозг очень мощно этим питается. И вот в этот момент он восстанавливается. Второй вариант. На ночь физические упражнения, а утром сидите неподвижно, складывайте ножки и не шевелитесь. Можно в любой позе садиться и вот так вот долго-долго сидеть. И можно моргать, можно с закрытыми глазами, можно о чем угодно думать, но просто сидеть. Если утром просто сидеть, не шевелиться 1-2 минуты, а вечером заниматься физическими тренировками и есть на ночь мед, то через 1-2 недели вы себя не узнаете. Почему? Мозги настолько начинают активно работать, тело худеет, мозги работают, чувствуете себя заряженными энергией. Вот вам простые способы от неврозов. Но вам-то это не подходит. А что не подходит? А нет. Почему? А вот мед можно, да. А все остальное нет. Иди сам крути велосипеды, дурачок. Тогда таблетка. Какая таблетка? Ну, много бывает таблеток. Нейролептики, сироквель. Есть там адаптол,